Всем привет, народ, и сейчас было очень смешно. Я смог запустить целых две версии игры. Не, ну то есть, понимаете, я запустил игру дважды. Господи. О, вот мальчик и... Эрик. Кстати, тут волк? Где? Где волк? Я чуть не обоссался. Где волк? Выложи. С утра, кстати, очень тяжело начать играть. Вот ты просыпаешься, я такой, не хочу сейчас еще, как бы хочу играть, но с другой стороны хочется что-то другим заняться, посидеть. Эспен! Please let them be okay. Господи. Я ему, знаешь, нет, это... Значит, это существо не то чтобы горящее само по себе. Но поджог, так как я перейду? Как я перейду к ним? Ладно, хорошо, я не буду баловаться с собакой. Факел упал вниз. Следовательно, может, снизу где-то есть проход? Мне кажется, как-то можно спуститься. Просто там как? Посмотрим, может быть... О, вот здесь есть проход. Здесь есть какой-то проход. Здесь даже пещерка, из которой я, кстати говоря, пропустил. Пропустил немножко. Вопрос в том, окей, куда это все ведет? И куда это все у нас заведет? Давайте попробуем все-таки вперед идти, потому что там... Так, ну, так, назад пойдем. Так, а не играешь в какую-то игру вот так... А, все, понял. Мы здесь шли. Сейчас мы сможем спуститься ниже. Все, ребят, все. Все запутано. Лабиринт Фавна. Вообще игра чем-то напоминает Лабиринт Фавна, только там была девочка. Лабиринт Фавна. Или мальчик, я уже даже не помню. Кто, кстати, снял Лабиринт Фавна? Тот испанский режиссер, по-моему, Гильермо Дель Торо снимал Фавна. Он очень талантливый и один из моих любимых. Я, кстати, ой, мост до Dark Souls. Друг, я мерду Аймин. Иксен. Руку ворму герет и вирос. Сплудренная бетром не агробетек. И ог. Лени сила лег оптоку эйкан хари. Иге мюк свангра флеск. Вильд вайра, брудер. Не повальные деревья. Я думаю, они и сами упали. Блин, они все ободраны. Я думаю, они не сами себя ободрали. Господи, тут огромные волки водятся, вот что. По символу можно было догадаться, что это волки, а потому что мы видели, они огромные. Как? Может быть, Dark Souls и волк там в лощине в дополнении был больше. Ну ладно, это Dark Souls. Но не Dark Souls. Пойдем. Где-то рядом. Забавно, это говорящие волки. Да, это волк. Сам настоящий. Еще они боятся луны? Чего они боятся луны? Да! Они боятся не только луны, но и свет моего фонаря. Блин, а здесь сейчас двое будет. Так, брудер.
что... Нажмите, чтобы волна пая. Как это будет выглядеть? А, волна... А, это взмах факела, мать. Я думал, это прям волна. Я думал, она будет как магией кастовать, типа... инсендио! И... Пфф, волна. Им все будет немножечко грустно. Ну давай, злодей, выходи на меня. Где? Представьте, сзади сейчас подкатит. Вот это вот будет грустно. Господи, ребята, тут такой хоррор. Мне написали, интересно, какие мы классные на фото. И ссылка на... На ММС, это, знаете, это мошенники, которые хотят, чтобы ты скачал по ссылке и потом спишут с тебя 5000 рублей. Ну, что-то такое. Что-то мошенничество сейчас развелось, ребят, вообще жизнь. Мошеннические волки, которые грабят тебя. Ну, отца и ограбили недавно. Что-то так грустно. Вы знаете, мошенничество это как пример хайпового легкого заработка. Как бы, с одной стороны, ты можешь подумать, что, блин, мошенничество это простой, это легкие деньги. Ты просто берешь и грабишь человека, и потом он тебя просто не найдет. Особенно, если ты на домашний телефон звонишь, и пенсионеру, у которого нет приобретения номера. То есть, вот, хрен ты кого найдешь, и к тому же они же добровольно отдают деньги. Поэтому там нельзя, читал, что в Вязьме, например, ограбили на 160 тысяч пенсионеров. Что-то, походу, по всей стране такое творится. Я считаю, кстати, хайп это тоже мошенничество. Вот хайпы на Ютубе, если мы про это говорим. То есть тоже мошенничество, это легкий заработок на, скажем так, не совсем честных вещах. Потому что вроде все хорошо. Мне нравится, что монстров в игре не слишком много. То есть монстры это, конечно, круто, они должны пугать, и. По-моему, вернулись в пункт А. При этом я помню, тут был еще проход, но не знаю, так это все. Не-не-не, мы просто сделали круг. Просто сделали круг. Зачем делать циклические локации? Не люблю циклические локации. То есть там был факел, мы шли туда, теперь мы прошли поверху. Да, господи, хватит мне писать, а? Какие-то извращенцы пишут, писать, там сидит какой-нибудь парень. Без штанов, на другом конце провода. Вот это вот действительно стрёмно. Так, Вокс сюда убежал. Ой, господи, а если я... Дерево кто-то решил убить. Видимо, это тотем живой какой-то. Его решили... Топоров. Вырубить. Живой тотем. Постой, оно же... Это очень похоже на существо, которое некогда было живым. Что у него есть руки и ноги. Да, мне идти. Но я вижу, что сюда. Мы отпугивали тут волка, но... В прошлый раз мы попали в тупик, идя по тому же маршруту, по-моему. Хотя я могу ошибаться. А, вот оно. Господи, какой трещит все сильнее и сильнее. Такое ощущение, что факел скоро потухнет. Сейчас опять кажется, что я круг делаю. Просто тут все похоже друг на друга, еще и весь, если бы светло было. А, не, нет, я не. Что-то было. Я уверен, что я там что-то видел. Ребят, да, ну здесь вижу. Получай. Сердце бьется. Колотится сердечко мое, потому что волки. Волки придут. Откусят. Откусят приписку. Волки, кричал мальчик. На третий раз ему не поверили, и всех овечек скушали, а мне нет. Жалко. Волков. Давили шерстью. Еще? Не, пусто. Опять врата с витязями бородатыми. И выбитой дверью. Это, видимо, это два, видите, солнце жжет волков и луна жжет волков. Портал гэп, это проход, это, видимо, дырка в проходе. Портал? Ринома, брудер, экшен армады, ёпта.
Тесса. Нет, меня затрахали, что вы со мной делаете? Набросились, тварь поганая. Эй, волки эти. Все, попытка номер два. Нажми, чтобы... Да, я знаю, как сделать волну пламени. Просто я хотел прям, чтобы он подошел. А, Пайя, два раза. Да блин, а почему? Видимо, если подходить слишком близко, но все равно и так меня хватает. Господи, эти волки. Я не знаю, я могу испугаться. Я понимаю, что классический чувак сейчас бы просто взял, обосрался, но не знаю, я... Ну, блин, это просто волк передо мной. У него глаза горят, ну не стрём. Почти. Немножко. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Ха! Получай! Шлюховолк! I know about you. I know you're trapped here. Да господи! Надо было быстрее бежать в проход! Меня скушали опять. Так, хорошо, попытка номер 3. Что это сложно? То есть другие твари были простые на подъем. А это... Ну, бежать, я думаю, бесполезно. Скорее всего, они меня догонят, это же волки. Жок фанасием выключается, это проблема, потому что их двое. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Там хвост, хвост! Там торчит хвост волка! Понятно, они... Блин, папаша, значит, есть больше волк. Господи, нет, на этот раз это было стрёмно, потому что подошло. Просто непонятно, окей, я перебрался туда, на другую сторону, что дальше? Ну, то есть я поднялся чуть выше. Чтобы их обойти, только, блин, как быть-то? Опять сначала. Да вы задолбали меня, понимаешь, что это хоррор, мне сейчас стрёмно должно быть, но... Ребят, уже не стрёмно, это просто нереально. То есть, ну, я понимаю, с местным управлением и... И всем остальным, мне кажется, что-то вы зря намутили такое. Ладно, значит, тут мы в безопасности. А тут нет, случайно, тотема или точки сохранения? Или в меню? Нет, мне, конечно, ничего нет. Здесь мы в безопасности. На балконе оно нас не трогает. Они нас не трогают. Прикольно. Интересно, как с папкой драться? Надо и фонарем светить, и факелом махать. Факелом надо махать, прицелившись фонарем. Так это и работает. Просто у меня вопрос, окей, нужно их отогнать в первую очередь. Так, в первую очередь нам нужно встать так, чтобы их было легко отгонять. Опа. И теперь со спины волк отгоняем. Получилось. Прыгает как сайгак тут вокруг. Да блин, нереально с ними справиться, потому что я не понимаю, куда тут бежать. Окей, даже если я первый раз их отгоню, то что дальше-то делать? Нет, это уже перестает раздражение. Зачем делать такой геймплей? Ну зачем? Мне это неинтересно. То есть, вот это прикольно. Вот если бы взял одну такую комнату, и дальше мы пошли, и дальше потом пробежали там, где я нас достать не мог, потому что было просто бежать, например. Вот это вот было бы круто. А то, что сейчас я должен дважды какую-то фигней страдать, ну не знаю, мне это не нравится, а вам хрен, по-моему, бред какой-то. Вот поэтому я не люблю инди, потому что инди бывает, инди-разводчики частенько не знают, когда остановиться. Не, инди-разводчики просто не знают, когда нужно остановиться, как
сделать, чтобы это все прикольно было. А понимаешь, их замысел? Они хотят, чтобы было круто, они хотят, чтобы было интересно. В итоге получается хуже. Бежать, наверное, надо куда-то туда, на свет. Видите, там свет. Ну, наверное, по логике туда. Но главное не бежать, главное не бежать. А им так тяжелее меня ловить. Блин, они подходят с обеих сторон, как хотели. То есть огненный справа. Это все. Но они в дверь пройти не могут. Это я проверил. Они не могут пройти. Видите, но они крутятся при этом где-то здесь. Давайте оттуда. Это ж, блин, у меня так сердце колотится прям в реале. Не в игре вот то, что тут шумит, а прям в реале. Получай. Заебали. Просто заебали. Вот по-другому и не опишешь ощущение. От игрового процесса в данный момент это просто заебывающий процесс отгонки волков. Господи, я что, волков пришел в игру? Я хочу пугаться, я хочу, чтобы мне интересно было. Сейчас это вообще завис баг какой. Ну, господи. Ну, разве это интересно? Нет, я очень... Если бы я не записывал игру, я бы сейчас ее взял и удалил. Потому что все, мне не интересно. Меня, как зрителя, как игрока, меня потерял разработчик сейчас полностью. Мне... Я был в атмосфере, я был погружен, мне какую-то херню дали, и я теперь такой, мне не нравится. То есть я понимаю, что делать, понимаю, как это делать, но, блин, ну сейчас игра просто забаговалась, например. Попытка номер миллион! Я смогу, я пробьюсь! Там-то на свет надо идти. Ну, это очевидно. Все, да, игра все на свете пойдет. Ну, а там один. Застрял? Может, ты там дальше будешь застревать, чувак? Меня устраивает абсолютно застрявший... Он меня застрявший устраивает на 100%. Так, стоим у края, стоим у края. Не подпускаем. Тут главное держаться стен. У меня что-то такое чувство сейчас, что тот подъедет. Меня, как меня раздражает? Ну ты или нападай, или не нападай, чувачел. Ты или нападай, или не нападай на меня. Так, хорошо, отходим к краю. Беги! Главное еще не у колонны стоять. Колонна блочит. Где? Волки кричали мне. Ловушки? Да ладно тебе. Да блин, чё фонарь вырубился? Алло, это что за фокусы? У меня фонарь не работает, мужики, он просто выключился. So, I can let you out of here. I just want to be left alone. Цивилизованный разговор, мне нравится. I can let you out of the ravine if you promise to let me go. I don't give a shit about this island. I just want to find my son. How do I know you won't just kill me afterwards? You don't. But neither do you have a lot of options. You don't prefer to stay here. You are ready to die. So we shall see who sees first. We understand you have somewhere you wish to be, Constantin. You may decide. Fine. But if one of you comes near me, I'm going to throw this key. And good luck unlocking the door with your paws. Интересно, они заколдованные волки или были когда-то людьми? Ну давай. Была, не была, открывай. Шла беда? Отворяй врата. Ставьте, они сейчас мимо нас прыгнут.
отсюда. Все, все, я ушел, мне плевать, что они говорят, я не хочу больше тусить с волками. Я понимаю, что Маугли, наверное, было круто тусить с волками. Мне нет, я не люблю волков так сильно, как их любит Маугли. Как любит Мугли. А интересно, а эту дверь мы можем отпереть? Мне, кстати, интересно, а как они выйдут, там все разрушено? Ну, то есть, они могут продраться? У меня такое чувство, что мы сейчас их увидим. А представьте, у нас будет бой 3 на 1 с папкой этих волков, леонок. Или папка их съест. Я не удивлюсь, как папка их... Твою мать. Съест. Господи, что за херомагия происходит? Тех Смел Саус Парк поймут. О чем ты? Читаем. Аэретинь, соболезнования. Печальную участь, ну понятно, 5, кто-то умер. Просто мне не очень интересно читать про то, кто умер. Что, окей, тут все понятно. Блин, а где-то она находится? Ну мы спустились, где же? Демар was terrifying. The thought that Espen had crossed that place made my bones cold. I missed him. The marsh sucked all the emotion out of me. I was haunted, hounded by a hopelessness I didn't understand. I forgot Espen's face. I forgot my own. I sometimes wish I could forget it all again. Видарби. Пойти к дому, у которого горит свет. По-моему, мы там, кстати, отца встретили, не? Пойдем сюда. Это вроде еще плохого не войти. Вот он превратился в одного из этих тварей. Мне кажется, твари на болотах. Это бывшие местные жители. Нет, 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 я не пойду в воду. У меня фонарь, сука, ослепни. И уйди. Мирель, это один из местных жителей. Посмотрите на эту бардачу. По-моему, им все равно на меня. И на мой фонарь тоже. Хотя, если не светить, может быть, он сразу подойдет и съест меня. Походу, они ходят по маршруту, не? Они меня плевать. Нет, уже. Маска, может, это защитная маска медитация? Маска телепатии. Быстрее. Чем быстрее пройдем, тем быстрее. Они же меня не видят. Ну, я их видеть не буду. Это дядя Володя после получки напился и теперь харкает. Все, кончилось. Все было хорошо. Гримдук. Грим от слова страх. То есть грим страшно? Кто-то стучится? Может открыть? Мама говорила в детстве, если кто-то стучится, надо открывать дверь. Ой, нет, там что-то стрёмные звуки. Давай, как будто с канализацию прорвало. Давайте уйдем. Не, ну, учитывая воду там, это, скорее всего, и есть прорвана канализация, так что я, наверное, свалю. Ой, стучает, я не от... Human, help me. Как тебе? Holy shit. Hello? Human, I have waited. My mistress. О, собака? Jesus, what are you? How are you still alive? There's nothing left of you. I am Garm, guardian of the gates, guardian of hell. А, то есть ты следишь за канализацией, ты водопроводчик. I was those things. Too old, too weak.
the veiled lady is Hel? Are you really saying Hel is out here somewhere? I don't know how I can help you. End my suffering. My despair. You want me to kill you? I can't do that. The rock above. The spire. Bring it down upon me. Please. Я знал, что в конце просто будет утолщение. Ну ладно. Раз ты этого хочешь. Блин, а как я соберусь туда? Или это он про этот камень говорит, который вот такой вот. Ну нам надо забраться, стой, в первую очередь. Может, мы не будем его убивать, а? Хотя его сожрут, наверное. Окей, я тебя убью, так скажи, когда к камню добраться. Ребят. Я никогда особо не любил собак, и поэтому-то плакать тоже не буду. Thank you, God. Мне кажется, в последнюю секунду он пожалел, хотел сказать. Убить собак. Откат. Да. Теперь я убийца. Теперь они лучше этих тварей. Опять на болото, ну господи. Я тут скоро жить буду. Интересно, а болотная тварь еще тут? Будет хлюп-хлюп-хлюп? Это сирены? That's singing. Witch. Witch. Mom. Hey, Mom, I want this one. You have one just like it at home, Espen. Come on. Mom, I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. I want it, Mom. No, come here. Jesus, what did you do? Oh, Espen, I'm sorry. I'm sorry, Espen. No. Please. Why are you doing this? I didn't mean it. Злая противная мать, которая избивает своего Эспена. Неудивительно, что Эспен решил пойти с дядей Эриком. No, for God's sake. If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please. Please don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. I know. I know. It just feels wrong. Yes, but we'll get through it. Let's just get through it together, okay? I love you. Please stop. Please. I didn't mean it. Вот она. Don't show me anymore. Господи, это же простейший демонический трюк, показывать какие-то плохие моменты из жизни. Женщина, вы что, не в курсе? A divorce, God damn it. I want a divorce. Дай развод. Fine. You're welcome to one. But I'm taking Espen. You're not taking my son. Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. Oh, when will you stop holding that over my fucking head? It was an accident. An accident. And you've looked at me every day since like I'm some kind of monster. I'm telling you now, if you want a divorce, Espen is coming with me. No, you bitch. Please stop it. I quit. I give up. Just don't show me anymore. Странно, сдалась нам, за Эспеном еще нужны. И искать этого маленького засранца. I never hit her or Espen. I swear, please. Silence. Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You, sir, are to have no contact with your ex-wife or Espen whatsoever. And must keep a minimum distance of 200 feet from them, their
home, Espen's school, and her place of work. Чего все сидят, как ретарды? Is adjourned. No, please, God damn it, let go of me, don't! Please, don't take him away from me. Don't take him away from me! Похоже на судебную скамью, конечно. Oh, stop. Eric can have him. I can't. I don't want to see what comes next. Please, don't. Дальше муж поймет. You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Офигенный диалог. Я это сказать нелегко, поэтому я просто скажу. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Oh God. Oh no. Right now, we're working on the assumption of suicide. But we're investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. Безопасный I'm муж, sorry. Что, I'm so sorry. I wish I could take it back. It's the worst thing I've ever done. And I loved him. I did. I loved my son too. I would have done anything to keep him close. I just had no idea his father would. But it... I made one terrible mistake. And I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Я обзываю ведьму, сука, ей это нравится. Я по ведьмаку знаю. Знаешь, The sun is starting to come up. I'm not gonna make it. Ты силён! Я не забыл твое имя. В общем, ты сильна, а? Женщина, а? Ты для победы была рождена. Мы справимся, ребята. Ведьма какая-то, кстати, вялая была. Она называется тоже злодейка. Тоже грешки за ней есть, но... Не знаю, как-то... Не то, чтобы особо проникся. А факел-то куда делся, я не понял. Папа, ну я что, просто потерял? О, господи. Похоже на какой-то дом Сигуната в Японии он покосился. Печально. А это, видимо, бесплатные пики точеные. Что ж, ребят, с пиками точеными мы продолжим с вами в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Немножечко раздражающе, немножко страшно. Все понемножку было. Вот эта серия олицетворяет вообще всю игру, по-моему. И я думаю, следующая будет финальная. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока.